В ближайшие полтора года продолжится реализация проекта USAID по выдаче малых грантов местному бизнесу и обучению предпринимателей Кыргызстана. Программа распространяется на такие отрасли, как сельское хозяйство, туризм и текстиль. Поддержку малому и среднему бизнесу USAID продолжит оказывать и в рамках других программ и инициатив. Благодарю вас за возможность рассказать о планах USAID в сфере экономического развития на 2017 год. Как многие знают, правительство США в лице Агентства США по международному развитию, или USAID, является ведущим партнером Кыргызской Республики в области развития. Мы гордимся сотрудничеством с целым рядом министерств и ведомств для содействия экономическому росту, улучшения бизнес-среды, а также поддержки множества малых и средних предприятий в целях развития финансового сектора и торговли. В 2017 году USAID планирует продолжить сотрудничать с частным сектором, правительством и народом Кыргызской Республики для развития бизнеса, увеличения торговли, занятости и доходов, чтобы в конечном счете повысить уровень жизни людей. К примеру, в этом году одна из наших программ швейной отрасли помогла предприятиям улучшить их производственные возможности, и как следствие объемы экспорта их продукции увеличились на более чем 300 тысяч долларов США. В предстоящем году мы планируем продолжить работу по совершенствованию производственных процессов, поиску новых покупателей, а также привести их продукцию в соответствии со стандартами качества этих международных покупателей. В туристическом секторе USAID планирует продолжать работать с гостевыми домами и туроператорами для продвижения Кыргызской Республики для развития туристического направления. В прошлом году мы работали с множеством гостевых домов, чтобы улучшить их услуги и методы маркетинга. В результате увеличились продажи и количество дней проживания на 50%. В 2017 году мы планируем продолжить эту работу с нашими партнерами и гостевыми домами в Караколе, Джиргалане и Аше, чтобы открыть новые возможности как для международных, так и региональных туристов. В сельскохозяйственном секторе USAID планирует работать с местными сельхозпроизводителями и фермерами, чтобы повысить их производительность, выйти на новые рынки сбыта и увеличить доходы. Мы работали с более чем 4000 мелких фермеров и помогли им удвоить урожай и увеличить доходы. В этом году мы также помогли ряду сельхозпроизводителей на юге наладить связи с потенциальными местными и международными покупателями. В результате было подписано соглашение контрактов на сумму около 6 миллионов долларов. В 2017 году мы будем работать на увеличение частных инвестиций и модернизацию в сфере сельского хозяйства, в том числе развитие теплиц, зернохранилищ и других объектов инфраструктуры в этой отрасли для повышения производительности и рентабельности.